В Анапе к концу недели потеплеет до 15 градусов тепла. Повышение температуры начнется с пятницы. Сейчас в Анапе продолжается небольшой дождь и облачно. А вот выходные, праздничные дни можно смело ехать на побережье Черного моря и греться в лучах южного солнца. А я напоминаю, что партнер выпуска – «Фермерский двор». Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104.